Решили сделать тирлист. Категории став школы, школьный комитет, актив школы. Есть еще пассив модницы, школы. Пассив. А, модницы сучки, були, хулиганы. Були и хулиганы я совсем не понимаю, типа. Я уже вроде рассказывала, типа, були это именно те, кто других харасит, типа. Отдавай свои деньги на ланч, отдавай вот это вот. Да. А хулиганы... А хулиганы это просто... Ну, те, которые там, не знаю... Ну, типа, бомбу-вонючку закинут в туалет. Типичные американские школьники, короче. Спортики, конечно же, как без них. Задроты, тихони. Что? Театрашки. Да-да-да, театрашки. Художка и нормисы. Типа, ну, задроты, если что, это те люди, которые не только в компиках сидят, а те, которые увлечены каким-то хоббим. Давай так, в какой бы ты сама была категории? По большей части, я всего понемножку, поэтому я нормисом была в школе. В школе я была такая, типа, звезда школы, портрет на доске почета, но я нихуя не делала. Я просто сказала, я иду на медали. Все такие, она идет на медали. Пошла на медаль? Конечно. А у меня очень слабый аттестат, так что я бы пошел в модницы сучки. Так, я думаю, Итер или Мин в нормисы или в тихоню. Нормисы. Они мало говорят, так что в тихоню, я думаю. Ну все, вот так, все, пускай все там сидят. Дальше, Джин. Она у нас кто? Джин? Ну, это 100% что-то из комитета. Ну, 100%. Я вот разрываюсь между школьным стафом и комитетом каким-нибудь. Да, ну, она банально всем заведует, получается. Ну, хотя подумай, послушай, она же по сюжету, это, как ее звать, замещает Варку, пока он в отпуске. Ой, не в отпуске, а на задании. Ну, она, типа, заменяет учителей, которые ушли, короче. Она такая, типа, важная, ответственная. У вас было такое в школе, что, короче, учитель уходит, не знаю, там, чаи гонять, и говорит, теперь ты за главного. Теперь давай Лизу. Лиза. Она какая-то библиотекарша, мне кажется. Ну да, встав в школу, встав в школу. Тянись вроде с Джин одного возраста. Ну ладно, блин, это аушка какая-то. Аушка, старшая школа Gacha Life, что-то типа того. Эмбер, я бы ее в актив школы засунул. На самом деле. Я вот думаю, либо актив школы реально, там какие-то плакаты либо... она развешивает, либо это спортики, она же там вся такая бегает на спорте. Нет, 100% актив школы, 100% актив школы. Потому что да, потому что... Что робоксы не дают за паркур, это обман! Это все обман, ты понимаешь? Это не дадут тебе робоксы, ты издеваешься? Но Ноэль точно в спортике, я умру на этом холоночке. Да, и многие напишут, что на самом-то деле ее нужно в тихоне, но она не тихоня. Ну, короче, Барбара тоже я бы закинула, если бы честно, скорее в актив. Или же став. Мне кажется, она в театрашек пойдет. Она же такая, типа, айдол. Типа, она больше как давай... поет, чем выступает. Так что, скорее всего, в актив именно. Следующая Сахароза. Художка. А, да, точно, она же не рисует. Я забыл, это кое-кто другой рисует. Ищите, где же быстро и удобно, а главное, дёшево задонатить в Genshin Impact, то SkyShop именно для вас. Тут можно сделать это очень и очень выгодно, а главное, надежно. От вас требуется только идея. Выбирайте нужную сумму вашей валюты, и она быстро приходит на ваш аккаунт. На сайте SkyShop представлены и другие игры, такие как PUBG Mobile, Wild Rift и другие проекты Hiverse. Оплата доступна и в РФ, и в других странах. Мой промокод SKYSK на 5% поможет вам немножко сэкономить. Переходите именно по моей ссылке в описании и экономьте на донате. Пишель, театрашка. Ну, 100%, девочка на копиуме. Мона, я бы ее засунул, скорее всего, бы в задротов. Я не знаю, почему, но она бы могла, не знаю, раскладики там всем делать. А, мне кажется, так она модница-сучка. Хоза, она, типа, красивая модница, за счет этих вот карты Таро, это что-то из этого истерии. Okay, ну, про этого персонажа, кстати, мало чего знаю, но я бы его, не знаю, может, засунул в хулигана, хотя он неоднозначный персонаж, так что... Ну, он такой, типа, да. он мне кажется, что-то среднее между хулиганом и, опять же, модницей-сучкой. Ну, пускай будет хулиган, она такой, типа, строит это, козни, распространяет сплетни, но не чтобы кого-то забулить, а чтобы там и суеты навести, мне кажется, мое мнение. Делюк, про этого персонажа вообще ничего не знаю, если честно. Ой, я много чего знаю про него. Засунул, я уже догадываюсь. Я думаю, его в тихоне. Блять, в смысле? Он все... типа холодный альфа Gacha Life, Амигаверс, и он такой типа... Ему нечем разговаривать. Да. Мы вспомнили хоть какое-то слово из ТикТока, хотя... На английском есть выражение what the sigma, типа есть what the fuck, а это what the sigma. Это типа то же самое, я такая вау, охуенно звучит. Чё за сигма, чё за хер, чё, ну типа, блять. Мне кажется, он спортик, мне кажется. Твое мнение? Mm-hmm.
А, да, мы тоже. Его приглашали на всякие такие мероприятия. Типа, вот, пойдем с нами, ты же спортивный пацан. У нас такие были, их постоянно куда-то звали. Постоянно жалко было, потому что у них не было ни единой просто свободной секунды даже. Их постоянно кто-то дергал из школьного комитета. Так, Беннет. Так, Беннет. Мне кажется, он задрот. Ну, типа, он по этим путешествиям там угорает. Да, скорее всего, потому что он бы чем-то таким бы занимался. Еще обсуждал бы это с такими же задротами. Так что, скорее всего, да. Нингуан. Ну, какая-то, да, такая строгая учительница. Ой, точно, это завуч, которая берет взятки на занавески, точно. Собирает деньги там, да. Пойду, став в школу физручка. Блять. Точно. Ну, заучив физрука, у нас кое-что интересное происходит, но мы в эти дела, в принципе, не лезем. В это не лезем, потому что мы не хотим иметь проблемы с коммунистической партией Китая. Сын, скорее всего, в актив школы. Сянлин. Это Сянлин. Ну, как будто хочется засунуть из-за мема во встав, но я понимаю то, что нет. Она такая, типа, она хулиганка, но не специально. Она, короче, просто случайно устраивает, типа, ядерный взрыв, я хрен знает. Так, вот Чуньюн, мне кажется, тоже задрот, потому что он угорает потому, он поэтому экзорцизму своему угорает. Синьчи. Задроты. Задроты? Блин, я, короче, разрываюсь между задротами. Он будет сучкой. Да-да-да, между модницей и задроты. Нет, давай так, ради мема сучки его поставим. Ну, сама, ну, примерно, он же еще из клана такого интересного. Чича. Давай Тихони, хотя я понимаю, что как бы можно что-то смешное придумать, но давай Тихони все-таки, да. Да, я придумал шутку, смотри. Добавить еще один уровень. Вот мне кажется... Идеально. Вот, Венти бы туда. Это я, короче, весь 10-11 класс. Ну, типа, прикол в том, что я ходила в школу, но я там нихуя не делала. Клянусь просто. Вот, пробую школу. Я один раз, короче, для меня это вообще пиздец вау. Я, короче, какой-то момент опоздала на урок. Сижу, думаю, блядь. Ну, и как-то не хочется мне идти на этот урок. Все равно. Ну, все равно опоздал. Какое дело? Я, короче, просто сидела в туалете весь урок, ё-моё. Я вставлю это видео, можно? Потому что у всех, думаю, так есть. У меня тоже такая история была. Самое смешное, знаешь что? Что меня учитель спалил. Потому что я сидела там не в кабинке, а ну, типа, как там? Типа, да, у раковины стояла, да. И учитель меня спалил. Понятно. И я такая, ой, скобочки. Клин. Неприятность. Хулиганы, хулиганы. Хулиганы, ну да, мне кажется. Только... Она бы была той самой первоклашкой с огромным портфелем, которая просто пиздит всех им направо и налево. Тарталья, мне кажется, он, бля, я разрываюсь между хулиганами, проебывает школу и спортиками. Проебывает школу, мне кажется, у него более другие интересы, чем школа. Алло. Типа, он мог бы быть спортиком, но он не ходит в школу. Вот, он, короче, занимается он спортом занимается вне школы. Я придумала ему предысторию, его, короче, не приняли в школьную там спортивную команду, поэтому он решил всем доказать, что он сильнее всех и сам добьется всего. Поэтому он не ходит в школу и только на турничках что-то там делает. Диона. Вот я не знаю, куда ее. Да, в Були. Я вспомнил, у нас была даже такая девочка. Конечно, имена тут говорить не могу. Но, знаешь, она так, как будто она не освечивала, но она постоянно язвила. Постоянно ей нужно было кто-то всунуть, чтобы кого-нибудь просто забулить. Дальше, Жунли. Жунли, мне кажется, это дед-пердед, став школы. Или охранник, или... Блять, охранник. Скорее... Нет, знаешь, кто охранник, скорее всего? Это как его... Боже, где он? Ризли охранник, мне кажется. А, да-да-да-да-да. Ну, это... Ну, я не знаю тогда, кто. Ну, просто став школу. Просто какой-то... Он учитель истории, мне кажется. Потому что он все сам видел. ОБЖ. Ё-моё. Я просто думала, что он может учитель истории, потому что он настолько древний, что сам все видел, типа. Так, вот эта девочка. Синьянь, да. Ну, ее можно было засунуть в актив, ее бы использовали чисто для актива. Но она и не Тихоня. Ну, точно не Тихоня. Ну, она может быть затрот музыкальный, типа по музыке угорает. Но мне кажется, все-таки она в активе школы вместе с Барбарой. Да, ее бы постоянно юзали там, мне кажется. Альбеба. Художка, скорее всего. Ну да. Я бы сказала, что он задрот. Я бы сказала, что он задрот, но он больше все-таки художка. Он такой, типа. Ганьюй. Это она, знаешь, типа школьный комитет какой-то, мне кажется. Да, да, точно школьный комитет. Она разбирается там с бумажками. Она же, по-моему, какой-то типа секретарь или что-то типа того. Да, да, да. Дальше... Сяо. Сяо. Про этого персонажа мало чего знаю. Но можно было тоже проебывать. Блять, хотел его засунуть в Тихоне, да? Но в душе он став школы, и он, короче, тот самый ОБЖшник, который воевал там в Чечне или во Вьетнаме, и у него ПТСР ёбаное. Потому что Сяо — это персонаж, у которого ПТСР. Хутао. Ну, можно было, знаешь, засунуть куда? В актив, но 100% мне бы кажется...
Блять, ну я не знаю, что с ней делать. Хулиганы, она, мне все кажется. Все вместе. Конечно, она хулиган. А, да-да-да-да. Она бы тоже распространяла сплетни, но она бы не была той самой модницей-сучкой Розария. Конечно, школьный комитет. У нас такие тети все-таки в школьном комитете серьезные. А она просто важная тетя, которую ученики часто палят за тем, что она курит. Всему ну, типа, ставу школы на это. Школьный комитет делает. Это же типа школьники, которые типа крутые, которые всеми заправляют. Да, короче, была бы... Вот, и ничего и не скажет. Да-да, и она, короче, бы всех пиздила. Типа, не... типа, если кто-то в коридоре срется или пиздит, она приходит и сама всех пиздит. Ян Фэй. Ян Фэй? Актив, кажется... можно было засунуть? Или же да? Нормис. Ура, наш первый Нормис! Ура! Школа дегенератов. У нас все, блядь, какие-то, не знаю, пришибленные. Элла. А так, ее бы я засунул тоже, не знаю. Ее можно засунуть куда? Она что делает? Вообще, она там какая-то крутая тетка. Танцы. Конечно, она в спортике. Она там какой-то спортивной гимнастикой занимается, хрен знает. Дальше Кадзуха. Да. Мне кажется, он проебывает школу. Кадзуху я бы засунул. Потому что он такой, типа, свободный, это самурай, вот это все. Не, я бы его тоже давай уже в проеб школу засунул, потому что, ну, по сути, да. По сути, то, что я вспоминаю, да. Короче, проебывает школу, но его прикрывает Бэйдоу. Она везде ему ставит, что он, типа, на месте. Следующая Аяка. Она, как бы, знаешь, мне кажется, что она могла бы пойти в Тихоне. Но, учитывая то, что в моей голове у нее бы был какой-никакой статус в школе, я бы ее засунул в актив или, да, в модниц сучки. Модниц сучек? Короче, да, ну она не сучка. Мне кажется, знаешь, чего мне кажется? Типа, модницы сучки будут принимать ее в свой круг и думать, что она одна из них, а я как бы там даже и не догадываюсь. А она просто ходит с дорогими сумками, и все модницы в ахуе. Это как там этот вот звук в ТикТоке? Боже, королева трассы. Там, вот. Шанель Шмар Берлин. Я королева трасса хаус. А это мои присмешки. Это ее имя, мне кажется, она актив школы. Такая типа украшение делает в школе. Да, 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 у меня тоже это на языке вертело. Так дальше на Саю, мне кажется, Саю проебывает школу, она спит. Так, куда ее суем? Райден. Сучки или это Тихоне? Ну в сучки можно засунуть, хорошо. Она такая, блядь, я сразу думаю, типа, короче, вот она глава банды, Сара ее приспешница, и, короче, я и Мика тоже с ними, вот. Uh-huh. Вот они такие, типа, собрались yeah. здесь. Это другая банда, короче. Это, типа, короче, вот это модницы-сучки, которые такие, uh-huh. типа, хорошие, добрые, ну, такие, знаешь, типа, которые помогают всем, там, не знаю, типа, с виду сучки на деле такие добрые немножко внутри, в душе. А эти прям сучки-сучки. Uh-huh. Прям вот слухи распространяют, там, отбирают ланч, смеются над всеми, вот это у нас. Так, Коками. Или можно даже в комитет засунуть. Комитет, она такая, типа, важная, пизда бумажная. Элой. Нормис. Я-то... Дальше Тома. Ой, Тома, какой я-то нахуй. Все, перепутала уже, блядь. Он пойдет, мне кажется, может... либо в спортиков, либо в нормисов. Скорее давай в спортиков. В спортиков? Он такой типа хочет... Это... Он хочет подкачаться для своего мужа будущего. Какой муж? Мы ничего не знаем, все. Мы ничего не знаем. Такое на территории Российской Федерации Ита... запрещено. Ита я бы засунул в хулиганы. Хулиганы? Ну, типа... Ну, такие. Ну, просто у них мозгов нет. Он, короче, хочет быть хулиганом, но он не, ну, типа, у него не хватает ума быть хулиганом. Гора? Я бы не знаю. Ну, можно было бы засунуть в актив, но скорее в спортике. Спортики. Он такой на спортивных движениях хочет подкачаться. А Шаньхэ — это скорее став школы. Став школы. Это, короче... Скорее всего, да. Это злая географичка. Она там по горам лазит, сама их все изучала. Она сама эти горы сделала, поэтому она все о них знает. Поэтому... Дальше Юнзынь. Ну, а театрашка. А я там? Я, мне кажется, он это, сучка. Модница сучка. Сучка, да, определенно. А, я поняла, короче, там. Это... На Аяку думают, что она тоже модница сучка все, потому что у нее брат прям типа модница сучка. Типа он такой... Все придумал. Он, короче, спонсирует спортивную команду там по футболу, волейболу, чем там люди занимаются. Ему просто нравятся люди оттуда. Они добрые. Так, Гелань. Я не думаю, что она став на самом деле, потому что кто ее, блядь, на работу возьмет такую. Школьный комитет ее не возьмут тогда. И в актив школы, потому что она считает, что ты слишком. Ну, модницы сучки. Модницы сучки? Или булли. Да. Вот у меня что-то вот это. А, булли, потому что она злая. Ни в актив, ни в школьный комитет, ни в модницы сучки, булли.
Гуля. Блять, они две. Эти две просто. Просто гроза всей школы. Они отбирают у всех ланч. Кукисинову, она точно школьный комитет или актив школы. Да. Организует все. Эйдзо, спортики можно засунуть? Спортики? Же... Мне кажется, он задрот. Хотя больше. Нет. Или нормис. Да. Так. Скорее задрот. Актигнария. Это учитель биологии, мне кажется. У которого вас... много интересных историй. У вас, кстати, какой учитель был самым, типа, самой тварью был? Да. Какой учитель был самой тварью, какой учитель был самым крутым? Самый крутой учитель, скорее, у нас был англичанка, которая у меня была в 6 классе. А самый прям ужасный учитель был, я сейчас не вспомню, но, скорее всего, сейчас, географичка. Дальше, колеи. Мне кажется, она тихоня. Или задрот. Да, тихоня. Тихоня. Тихоня, окей. Дори. Она не знает, ну, я бы ее мог засунуть в булей. Булей? О, точно. Либо она, вот она точно отбирает у всех деньги на ланч. Маленький казах постоянно наебывает. Постоянно. За ним глаз и глаз нужен. Сайна дальше. Сайно, я бы его мог как бы отправить в тихонь или кто проебывает школу. Мне кажется, чем знаешь, он мне кажется, должен быть, типа, каким-то учителем тоже, но он проебывает школу. Он проебывает школу. Он, типа, он, короче, учитель, но он не появляется в школе. Вот такая у меня мнение. Кандакия. Я бы ее поставил в состав. Какой-то учитель просто. Кажется, она, не знаю, там, ответственная за продовольствие или там за охрану, что-то типа того. Нилу актив школы? Или театрашки? Не, давай театрашки все-таки. Театрашки? Что давай. Просто. Что-то как-то в художке Нахи, очень пусто, ну ладно. Хотя как бы лол, это Геншин. Так, Нахида. Мне кажется, Нахида, она это... Она либо нормис, либо проебывает, потому что ее заперли. Скорее нормис. Нормис, окей. Дальше Лайла. Чем она занимается, я, в принципе, знаю. Но куда еще можно ее поставить? В комитет? Она, в принципе, делами тоже может заниматься. Блять, я забыла добавить, типа, уровень, я не знаю, отличники, там, типа, зубрилы. Она бы туда попала, мне кажется. Да, в зубрил отправляется. Мы кого-нибудь туда перекинем, может быть? Нет. Мне кажется, тут все на своих местах. Да, пока что да. Так, следующий странник. Парамучи. Он либо хулиган, либо були. Да, либо буль, буль скорее. Буль. Ну, давай буль. Просто ради фан-сервиса. Токийский буль. Токийский буль? Из этого разряда. Фарузан. Ой, Фарузан. Потому что Фарузан, она же по канону тоже училка. Вот пускай она здесь тоже будет училкой. Ну, да. Скорее, да. Типа математичка злая. Она тоже злая. Пиздит про то, что она дохуя всего видела. Аль-Хайтам. Он либо зубрила, либо школьный комитет. Школьный комитет. Его все так любят, что его подняли до школьного комитета, но знаете, что он, в принципе, тоже и зубрила. Его можно в зубрилы... ну, тебе не кажется, чтобы он не был бы в комитете? Мне кажется, он же там в каноне тоже в комитете, но он на той должности... Ну, типа, не в комитете, а там какой-то там секретарь, но на той должности, где он нихуя не делает, короче. Так, его чисто закинули для галочки, ну, а так он зубрило. Потому что это какой-то чисто женский коллектив, он, типа, по приколу туда зашел. Да. Так, дальше, Яу-Яу. В нормисов больше, она больше такая. Она маленькая. Обычно. Еще пока. Техья, скорее... Да. Она, короче, охранница, да. Короче. А, там же не может быть один охранник на все помещение, как бы там... Да, у нас, например, было три. Короче, ну, может, она, типа, сменяет, короче. Дальше, да. Мика, ну, это 100% задрот. Сабайджу, став школы. Да, вот это. Вот Кавих точно художка, 100%. 100% художка. Он, типа, настолько художка, насколько это возможно. Чисто ради него категорию добавили. Ладно, дальше. Кирара. Ее можно в актив школы. Распространяет информацию важную. А, заметила, у нас все одной модельки в активе школы. Лол. Дальше линия. Ну, театрашки 100%. Да. Линет тоже театрашки с твоим братом. Вот это тихоня, то 100%. Угу. Короче, мы его ставим главный во всей школе, и это, конечно же, кто, блядь, я забыл, как называется эта профессия. Директор. Директор, вот, все, это директор всего этого мракобесия. Знаешь, короче, типа, я не знаю, насколько это правда, но,
типа в английских, там, американских школах, там есть директор, который отвечает за дисциплину, которому тебя отправляют, когда ты шкодничаешь, и есть директор, который отвечает, там, типа, за учителей, за там всякое, там, бюджет, вот да, это все. Да. Вот он, короче, тот самый директор, которому тебя отправляют, когда ты шкодничаешь. Ладно, давай Ризли можно куда определить? Естественно, в охранников. Охранник, который ебет директора, вот так я скажу это. А, это можно вставлять? А, на твое усмотрение. Да. Так, Фурина точно театрашка. Ну, типа, даже не обсуждается. Топ-рот. Так, вот это шаболда, блядь. Я бы ее в актива добавил. Ну, типа, она такая... Блядь. Сейчас это... Сейчас немножко... Они бы меня бесили. Просто смотри на их лица. Знаешь, это, короче, это, как ее... Если бы я включила сейчас мизогина, я бы сказала, что это какой-то змеиный клубок, а не актив школы. Там в комитете хотя бы... Девки, которые всех заебывают. Да, в комитете хотя бы один мужик есть, и тот нихуя не делает. Ну, ладно. Так, Нави. Нави, я не знаю, куда ее определить. Ну, пускай в Нормисов пойдет тогда. Да, скорее в Нормис. Шеврёс. Ой, блядь. Мне кажется, тоже актив в школе. Или да, спортики. Да, нет, 100% актив. Вот она блядь. Такая... Она, короче, та самая, которая ходит... Это дежурная, короче. Она ходит по коридору, да. Смотрит, чтобы никто не бегал. Вот эта вот женщина тоже, став в школу, ну, типа, она прям выглядит как училка, как бы. Да, да, да. Она училка, которая всех бесит, вот. Дальше. Дальше. Ой, блядь. Да-да-да-да, спортиков, конечно. Кто спортиков? Еще может быть это? Но он же типа такой, типа, ой, блядь, он там танцует, типа, нет? Можно считать это танцы? Он, короче, он занимается художественной гимнастикой вместе с Иолой, да. Короче, вот. Дальше, вот эта женщина, мне кажется, она, это, в художку, она все-таки там какой-то дизайнер. Определенно, определенно. Я могла ее засунуть в модницу сучек, но она такая, нет, она такая, типа, выше этого. Нет, она художка больше. Дальше Арлекино, блядь. Художница. Мне кажется, она, короче, типа, да. Тоже какая-то Кристал, училка. Да. Какая-то либо училка, либо она просто мама детей. Там Линни, Линет, Фремине. Она, короче, приходит в школу и спрашивает, почему вы моим дететкам пятерки не ставите везде? Кларинда. Это став школы, скорее, тоже. Ну, став у нас много, но ну, все остальные же ученики, считай. Но она, короче, завуч, типа, такая. Да. Вот это самый строгий завуч из всех. Блядь, глазки. Типа, есть Кларинда, которая добрый завуч. Такая, типа, отпускает тебя с уроков, там, дает проебывать немножко. Да. А есть Кларинда, которая тебя расстреляет. Расстрел. Да. Сижуин, да. Это сменная медсестра, мне кажется. Типа, 100%. Типа Байджу, если ты придешь к Байджу и попросишь, типа, ой, у меня температура, он скажет, иди домой. Если ты придешь к Сижуин, скажет, у меня температура, типа, она, не знаю, вызовет скорую. Надо активированный уголь. Она даст, нет, она вызовет, короче, скорую, тебя положат в больничку и, типа, давай дальше, да. Сетос. Я бы его, знаешь, куда засунул? Ну, куда? Как будто... Знаешь, мне кажется, он в актив школы какой-нибудь или школьный комитет. Не, я бы его в актив не засунул, если честно. Школьный комитет. Он, короче, он же там, типа, по сюжету какой-то там принц какого-то храма. Вот, он там какие-то реформы делает. Он тоже, типа, пришел в школу и такой, мы будем делать, короче, день без формы и сделаем лаунж-зону перед столовкой. Так, Эмилия, куда думаешь? Она бы заебывала, мне кажется, прям жестко. Ну, тогда став. Став. Я разрываюсь между комитетом, да. Стафом и зубрилами, чтобы она прям туда попала. Но она, знаешь, она такая, а, я сказала, значит, так будет. Ну, давай тогда в став школу. Она будет это, противный... Тигнария будет крутым учителем биологии, она будет противной училкой биологии. Еще от нее постоянно будет вонять чем-нибудь. Да, вот эти вот, бля, вот, знаешь, вот эти тетки, которые надухарятся всяким говном, типа... Там... Да. Вот она вот этим бы брызгала. Дальше, о, дальше, боже. Вот эти вот чуваки, я про них, если честно, нихуя не знаю, поэтому пускай идут в Нормисов, это какие-то ученики по обмену, которые... Не, знаешь, вот на лицо, давай так, на лицо, вот на лицо. На лицо? На лицо Кинич ты... бы пошел, Кинич, он бы пошел скорее бы в спортиков. Спортиков? Мне кажется, знаешь, нет, да. Типа та же девочка, она же серфер какой-то, вот она вот в спортиков пошла, вот эта вот девочка. А, ну да. А Кинич, он какой-то там пошел. Лежит на жопе ровно в трейлере. Мне кажется, он пошел бы в хулиганов. Чина осталась бы, я думаю, ну, в Нормисах, мне ну, кажется. Ну, она такая добрая. Блять, из Зубрил осталась одна только Лайла. Она единственная, короче, ну? Она единственная отличница, ее на все олимпиады отправляют. Сначала к ней доебываются все учителя,
Говорят, ты наша последняя надежда, давай, нам нужно отстоять честь школы. Она говорит, отстаньте. Потом приходит комитет школы, и вот эти вот все люди такие, ну давай, ты сможешь. Блядь, этой девочкой была я ездила на всякие олимпиады, хуимпиады. Я нихуя не знаю про литературу, я сдавала физику, меня отправляли на олимпиаду по литературе. Я сдала пустой лист, потому что я ничего не знаю. Так, вот, все, вот наш тирлистик небольшой такой. Скроллим. Ну все, вот такая вот у нас штучечка. А сами пишите, получается, в комментариях. Может, кто напишет, куда бы он сам себя отнес, кто бы бесил. Вот тебя, например, какая группа людей бы бесила? Меня в школе больше всего бесили там всякие хулиганы, которые уроки срывали. Понятно. Ну все, давайте, ставьте лайкусики. Не знаю, Самошрум, все указано в описании. А, я думаю, что, в принципе, вот кроме нас, такого тирлиста, я думаю, никто не мог сделать. Вот. Вообще-то могли на английском ютубе, но мы... Нет, мы подожди, это же наша идея.